Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Дэн, поздоровайся с своими друзьями, помаши им ручкой. Привет-привет! Сегодня у нас опять геометрия. Но на самом деле не совсем. У нас, видите, пакеты с различными геометрическими фигурами нарисованными. Квадрат, прямоугольник, круг, треугольник. Друзья, сегодня мы будем приучаться к порядку. Каждый же дома любит, когда у него вещи лежат на местах. А как не приучаться к порядку, если не в игре, правильно? У нас есть кружки вырезанные, квадраты, прямоугольники и треугольники, которые надо разложить по их местам. Это поможет в дальнейшем в уборке. Не вкусный пакет, да, Дэн? Ну и к тому же мы сможем подучить геометрические фигуры. Динчик, смотри. У нас есть зеленый кружочек. Куда его надо положить? Какой пакет? Вот туда. Почему туда? Вот. Белый пакет с красным кружком. Мама тебе поможет. Это кружок? Ну, это уже мятый кружок. Динечка, мы же с тобой любим порядок. Мы же не любим, когда у нас бардак дома, правильно? Бардак. Не любим, когда бардак. Давайте, вот, только внутрь кладите. Кладите внутрь. Так, смотри, Дэн. У нас есть прямоугольник. Он какого цвета, Дэн? Голубой. Голубой. Где пакет с прямоугольниками? Куда надо положить прямоугольник? Клади прямоугольник, Дэн. Куда его? Сюда. Давай, клади, молодец. Сюда кладем голубой прямоугольник. Так. Дэн, у нас есть еще... Что-то серебристое. Что это за фигура? Что это за фигурка? У нее три угла. Треугольничек. Нет, куда треугольничек надо положить? Смотри, что у нас есть. Клади. Давай, клади. Отлично. Отлично. Так. У нас не хватает синего квадрата. Куда мы с тобой квадратик положим? Голубой. Правильно. Куда его надо положить? Нет. Это треугольники. Где у нас квадрат нарисован? Вот, клади. Давай мы с тобой еще пару фигур раскидаем. Давай, поднимем. Я подниму, подниму. И ту. Давай, куда? Квадрат положили, правильно? Туда. Отлично. Смотри, мы еще с тобой пару фигур положим. У нас как будто бардак. И нам с тобой надо разложить. Вот, смотрите, друзья, у нас тут есть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. Динь, давай разложим. Это мы с тобой положили. Давай? Мам. Давай наш беспорядок разгребем. Так. Нет. Смотри, в этот пакет что надо положить, Дэн? Что в этот пакет надо положить? Ну давай, подними упавшие. Так. И еще у нас упал пакет у тебя за спиной, посмотри. Какой пакетик? С кружком. Нет. Давай, положи его обратно на стол, Динь. Положи его на стол. Угу. Давай, доставай его. Доставай. Угу. Давай, кладем. Кладем. Отлично. Да. Порядок начинается с мешков. Да разложим наш беспорядок. У нас фигурки остались. Какие, Дэн? Вот это что? Кружок. Давайте мы вам покажем. Куда его надо положить? Туда. Клади. Туда. Так, все. Мешок с кружками полон. Это у тебя что за фигура в руках? Вот это какая фигура? Это у нас квадрат, Дэн. Или все-таки прямоугольник? Бу-бу. Прямоугольник. Бу-бу. Смотри, это у нас пакет с прямоугольниками. Куда он Нет. Клади. Сюда. Так. Прямоугольники мы разобрали. Куда треугольник надо положить? Нет. Здесь что нарисовано на пакете? Квадрат. А это у нас треугольник серебристый. Правильно, клади его. Клади его куда надо. Отлично. И что, у нас остался квадрат? Синий квадрат, голубой. Все, мы с тобой разобрали все пакеты, навели порядок, Дэн.
Друзья, вот видите, в такой игровой манере можно потихонечку приучать ребеночка к порядку. Мы разложили наши треугольники по пакетам, наши прямоугольники по пакетам, наши кружки и квадраты. Ну и, естественно, немножечко вспомнили цвета, правильно? Ну а с вами был Baby Go, мы с вами ненадолго прощаемся. До новых встреч, друзья, ставьте нам пальцы вверх и подписывайтесь. Пока-пока!